Всегда тебе рад. О, мертвой мышью несет. Пошел! Вперед! Смотри, куда едешь!
Найду укрытие. Элла. А вот и храм на холме. Ход и закат солнца. О чем ты? Мы рождаемся во тьме и поднимаемся к высочайшим вершинам, а оттуда вновь уходим во тьму. И воин, и философ. Впервые вижу. Это не философия, это истина. Я открыл ее, познав насилие и рок, и увидев истинное зло. Ты о великом ужасе? Чудовище! Когда оно напало на нас, мы хотели одного — выжить. Копье помогло не попасться ему на глаза. Мне повезло, друзьям нет. Как тебе удалось победить чудовище? Все случилось так быстро. Мы хотели ворваться в храм и загнать его в угол, но оно напало на нас из засады. Времени на раздумья не осталось. Но зачем вы отправились к чудовищу? Люди в масках наняли нас украсть древнюю реликвию из его логова. Отдай мне копье. Мы воины. Отдать это копье без боя означает опозорить павших. Ты не ровно!
Вроде обычное копье. Давай.
Ferimo, Fermi chi per lo nove, Fermi chi per lo ve. O mi se rode vino, Fermi chi per lo nove, Fermi chi per lo nove, Fermi chi per lo ve. Fermi chi per lo nove, Fermi chi per lo nove.
Малака, что же мне делать? В чем дело? Я посвятила свою жизнь Артемиде, но дочери Артемиды сказали, что для них я слишком слаба. Следовать за кем-то и есть слабость. Но я так долго служила Артемиде. Ты сама себе хозяйка. Потеряла смысл жизни? Найди новый. Новый смысл жизни? Я не знаю, с чего и начать. Нет, так просто я не сдамся. У меня есть идея. А? Я все равно стану дочерью. Проникну к ним в деревню и стану там жить. Поможешь? Я отдам все свои деньги. Я помогу. Но дочери очень опасны, если они узнают. Я не боюсь. Пожалуйста, найди мне доспехи, шлем и обувь дочерей Артемиды. Я вернусь со снаряжением. Спасибо, Мисти. Но тебе придется двигаться незаметно. И, пожалуйста, не причиняй вреда дочерям. Дочери Артемиды, как Брис и сказала. А эта хижина лучшая из дочерей. Пещера, где лежит обувь. Это тут. Я пришла. Вперед. Надеюсь, меня никто не заметит. Шлем где-то в центре деревни.
Ключа здесь нет. Может, не та пещера? Надеюсь, это не чья-то уловка. Как странно. Вроде я на месте. Эта деревня какая-то странная. Ключа нет. Нужно искать.
Диск из рассказа Лигии. Надеюсь, он откроет проход в логово. Из рассказа Лигии. Надеюсь, он откроет проход в логово. Thank you.
Элла. Лагерь.
Выпусти меня! Эпикалумесе. Вот все снаряжение. Но помни, дочери Артемиды — легендарные воительницы. За такой обман тебя, скорее всего, убьют. Разве у меня есть выбор? Должен быть другой путь. Путь жизни. Ты говоришь, как они. Думаешь, я слаба. Отнять жизнь непросто. Убийство необратимо. А ты не убийца. Ты меня не знаешь. Я смогу. Ты добрая, пылкая, решительная. Ты можешь помогать другим. Правда? Думаешь, я справлюсь? Знаю. Я стану жрицей и буду служить богам. Спасибо.